Все работы хороши, выбирай на вкус. Эти поэтические строчки с поправкой на современные реалии и требования служат руководством к действию для подрастающего поколения, которое выбирает свою будущую профессию. Сделать осознанный выбор школьникам помогают в школах. Правильно выбранная профессия – это успех в жизни, счастливое будущее. А самое главное – это человек, сумевший реализовать себя. Человек, который удовлетворен жизнью – это основа нашего общества. Он создает семью, на нем держится экономика. Поэтому задача профориентационной работы прежде всего в том, чтобы помочь учащимся с самоопределением. В школах нашего муниципалитета, как и по всей Кубани, продолжается неделя профориентации. Буквально каждый день для учеников проводят классные часы, на которых учителя рассказывают, как выбрать будущую профессию. И сейчас я вам говорю общие данные по нашему классу. Человек природа, то, что я говорила, ветеринарно, выбрали 17% из вас. Человек техника, выбрали 12%. Человек, знаковая система, выбрали у нас тоже 12%. Человек, художественный образ, послушайте, 46%. Итак, ну там художественный образ. То есть он у нас в классе почти 50%. Это будущие художники, актеры, режиссеры, артисты, дизайнеры, скульпторы, дирижеры. Для того, чтобы сделать свой выбор, педагоги предлагают ответить себе на два вопроса: что я могу и что мне нужно в будущем. Наставники говорят, что свои желания и возможности очень важно соотносить с востребованностью в той или иной сфере. И это хорошо понимают учащиеся. Я сейчас остаюсь на 10-11 класс, так как у меня уже есть свои цели и планы на будущее. Благодаря различным школьным мероприятиям, викторинам, классным часам, у меня есть больше возможностей, чтобы определиться со своей будущей профессией. Классные часы, викторины и тестирование, они мне помогли с выбором моей профессии. И у меня появилось большее желание идти в эту сферу. Мне хочется отучиться на юриста. И потом я рассматриваю следующие профессии как полицейский, либо же пойти в сферу суда. К нам приезжали с наших славянских техникумов и рассказывали о профессиях, которые у них имеются, и как они вообще подготавливают своих учеников к будущей профессии. Меня заинтересовали некоторые профессии из предлагаемых, и мне бы было интересно попробовать выучиться. Школьников тестируют, чтобы выявить у них склонности к точным или творческим специальностям. Учителя отмечают, что подрастающее поколение стало более осознанно подходить к выбору своего будущего. Дети уходят после 9 класса, причем уходят много. И, конечно, они должны определиться с тем, куда им идти. И хочу сказать по опыту работы, уже в школе я 35 лет работаю. И вот лет 5-10 назад, вот так вот такой промежуток мы возьмем, когда у детей спрашиваешь, вы куда будете поступать или там, куда родители скажут. Сейчас уже дети, вы знаете, очень сильно изменились. Они сами выбирают себе, они целенаправленно, они просматривают различные, вот, куда поступить, какие там, значит, какая будет зарплата, будет ли востребована на рынке труда или нет эта профессия. К учащимся сюда приходят представители славянского филиала Кубанского госуниверситета, сельхозтехникума, электротехнологического техникума, других учебных заведений, рассказывают о специальностях, которые можно получить. И эта информация плюс участие в экскурсиях на предприятия и в учебные заведения многое дает ребятам. Наша главная задача – помочь детям определиться с будущей профессией. Определиться таким образом, чтобы они не жалели потом жизни, что они выбрали что-то не то. Ведь радостно, когда ты идешь с радостью, идешь на работу, а потом с радостью возвращаешься домой. Сегодня дети определяются очень рано. Такая работа ведется с 1 по 11 класс. Но особенно осознанно, как было уже сказано, она ведется именно начиная с 8 по 11 класс. Тестирование очень помогает определиться в профессии. Дети уже точно знают свои склонности, свои способности, что им нужно, какие предметы для этого выбрать, как потом себя реализовать в этой жизни. Очень помогают экскурсии на те предприятия и в те учебные заведения, которые нас приглашают.
Вся неделя профориентации расписана в школе. Предусмотрены занятия для учащихся с 1 по 11 класс. Эти мероприятия многим старшеклассникам помогут определиться с выбором профессии. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».